Здравствуйте, давайте расскажу об одной программе интересной. Утилита Стюнис 2014 года. Есть и 17 и 17 года. Ну, она то же самое, только интерфейс. Но, по крайней мере, 2014 год, он уже идет с ключами, а все остальное пока. Ну, репаки можно скачать. Естественно, здесь идет сканирование, например, это все, что вручную она сама сделает. Потом вы делаете здесь отремонтировать, она ремонтируется. Оптимизируйтесь, оптимизировать то же самое. Это то же самое, что и панель мониторинга, только вручную очистить. Открываете, здесь вот очищаете. В принципе, оно настроено само по себе. Здесь сильно лазить не надо, только корзины временной установки. Вот это никогда не трогайте, сразу слетит система. Очищаем сразу потихоньку и закрываем. Устранение неполадок. Вот это уже проверить жесткие диски, если долго будет делать. Ну, здесь надо терпение. Это то же самое, что здесь. Смотрите, на семерке все постоянно занято по расписанию, так что вы не добьетесь быстродействия и все остальное. А здесь ваш, ну, видите, здесь написано все сразу, тем более персонализация здесь, естественно. Вот, если мало, здесь все есть. Панель мониторинга здесь, турбо отключает. Ну, здесь медленно повышение, да, производительности, в принципе, все. А в настройках прототипных, так как у меня здесь, в принципе, все настроено, только здесь это вот эти вот можно поставить. Уведомления то же самое. Ну и по желанию. Обновление сделает, сразу слетит система. Ну, не система, я имею в виду, вот это вот ключи улетит и будет просить 15 или 16 дней по новой, и все, их она. Ну, в принципе, автоматическое обслуживание можете нажать, и в какое-то время оно будет сама вам, сама все делать вам. В принципе, это самое главное, деформация и оптимизация диска. Включайте вот так, и у вас сразу здесь сразу видать, как у вас диск работает, плохо или хорошо. Если раскидано, то значит это очень плохо. Здесь у меня довольно неплохо он. Здесь еще надо делать их, естественно. Но это меня, по крайней мере, шустрит быстро. Но мне очень нравится программа. После нее я делаю. Это D у меня, она все сделает дальше. И будет веселее. В принципе, пока не все. Да, вот здесь это может турбо настроить. Ну, далее. Там смотрите, что убирать фоновый режим и там все. Ну, если так как будет, то ну и то и нормально. Мне прототипная она здесь не показывает, а стационарная здесь будет до конца, может быть. Смотрите, как в принципе то ну все, пока не стесняйтесь, звоните, пишите, есть WhatsApp, внизу написан. Можете смело через видео показывать, я вам расскажу, что хоть где вы будете, хоть на Луне. В наше время сейчас продвинуто все, так что в любой город звоните, пишите по WhatsApp. Всем пока, до свидания. Приглашайте друзей своих, кому интересно.